дальше повтори, у тебя вроде нормально получалось. Да, нормально. Не-не-не, мне все так показалось, да. Подожди, вот скажи, что тут вообще можно придумать? Слушай, брат, я сейчас не могу, меня девушка ждет. Ну подожди, подожди, подожди. Просто мне в голову ничего не лезет, может, поможешь чуть-чуть? Пробуй так. На-н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 а. Слушай. На-н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 а. Стой, стой, я еще раз сейчас попробую, просто с первого раза. На-н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 а. Си бемоль повторяй, да, си бемоль повторяй. Только вот давай сейчас последнюю часть убирай, а предпоследнюю повтори. До конца там. Слушай, я и так уже опаздываю. Подожди, 5 минут, всего 5 минут, подожди. Бас-барабан. Бас-барабан, 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 бас-барабан. Да пофиг. Записывай. Для такой музычки нужны четкие слова, что-то депрессивное. И чтобы припев взорвал. Понял меня? Ну, понимаешь, ну куплет, от которого умереть охота. Ну, а такой куплет, чтобы башко взорвался нахрен. Дошло? Нужно что-то такое, типа, чтобы послушал куплет и потом взял, самоубился, закопался. И вот депрессия, депрессия, и бабах! Взорвал. Ты ж понимаешь меня. Сразу видно истинный фанат. Я даже не знаю, как оценить.